Каждый день сотрудники ГИБДД проверяют соликамских водителей, соблюдают ли они правила дорожного движения. Ну а в выходные сотрудники проверяют, не садятся ли наши автолюбители за руль в пьяном виде. Такие проверки проводятся не только в Соликамске, но и во всем Пермском крае. Операция «Опасный водитель» проходит почти каждые выходные на дорогах региона. В это время останавливаются сотни водителей, а пьяных выявляется от 100 до 200 автолюбителей. Здравствуйте. Здравствуйте. На полиции броника в документы могу вас увидеть? Да, конечно. Достаньте, пожалуйста, передайте мне. Процедура всегда одинаковая. Проверка документов, осмотр машины, проверка на наличие детского кресла, если в машине есть дети. Ну и главное, водитель должен быть трезвым. Что, ну, ничего не употребляли сегодня? Нет. Накануне? И все же не все водители соблюдают правила дорожного движения и требования не управлять машиной в алкогольном опьянении. В результате рейдовых мероприятий пресечено 95 нарушений правил дорожного движения, из которых задержано 4 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Задержан один водитель, который отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Напомним, если вас остановили сотрудники ДПС, а вы пьяны, то можете попрощаться со своим водительским удостоверением. А также поездка под действием горячительного напитка обойдется вам штрафом в 30 тысяч рублей. Ну а если в течение года вас дважды поймали пьяным за рулем, то вы можете и вовсе лишиться свободы до 2 лет. Добавим, проверки водителей будут продолжены, так что соблюдайте правила дорожного движения. Евгения Константинова, Дмитрий Солдатов, телекомпания «Соль ТВ».